Сейчас, Гал, поведу, подожди, сейчас да, когда, как скажешь. Пошли куда? Куда нас поставите? Давай, бери. А главный вход далеко? С той стороны, нет, с той стороны. Так сейчас. Мы так и пройдем. Подожди, что ли? Подожди, ничего ты, зачем? Сейчас я Колю доведу и все. Да, а куда нам идти? Гал, постойте здесь. Дайте. Иди рядом. Гал, подожди, я сейчас выйду, я веду. За Андреем идем. Хорошо, пошли сразу. Ну что ж, уважаемые любители бокса, мы приближаемся к кульминации сегодняшнего вечера, главному бою этого боксерского шоу, бою за вакантный временный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории между Николаем Валуевым и Джоном Руисом. John, the Майкл quiet Баффер, man. Собственной персоной.
вплотную, не изменяя себе в своем фирменном стиле. Он перемахнул через канаты. And now to honor the two fighters in the ring. Their respective national anthems. First, the Star-Spangled Banner of the United States of America. Of Russia. Welcome to Max Schmelinghalle, Berlin, where tonight Sauerland Event and Don King Productions are proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the vacant WBA Heavyweight Championship of the World. 12 Runden Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht. Sanctioned by the World Boxing Association, President Gilberto Mendoza, Supervisor Robert Mack, and FBA President Willy Palatin. The three judges scoring at ringside are from Denmark, Ove Oversen, from Venezuela, Antonio Requena, and from Japan, Takeshi Shimakawa. And inside the ring, in charge of the action at the bell from Australia, a veteran of over 50 world championship contests, referee Derek Milham. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, aus Berlin, let's get ready to rumble! Fighting out of the red corner, Bill Rota Eka, wearing black, official weight, 108.6 kilograms. His professional record, 52 fights. He has 43 victories, including 29 knockouts. From Chelsea, Massachusetts, USA, the former two-time heavyweight world champion, John. Кратный чемпион мира Федор Руис был в прошлом 36 лет. На официальном зрелищении показал вес 108,6 килограмм. And across the ring, his opponent fighting out of the blue corner. The Blauer Ecker wearing blue, trimmed with red and white, official weight 144.4 kilograms. Professional record
50 fights, 48 victories, including 34 knockouts from St. Petersburg, Russia, the man known as the Russian Giant, four heavyweight champion of the world, Дамы и господа, Николай, Нико Валуя. Еще раз напомню, уважаемые любители бокса, что эти боксеры, суперкосмонавты, встречались 17 декабря 2005 года здесь же, на ринге Макс Шмелихал. И тогда в титульном бою победу праздновал Николай Валуев. Правда, правда. Двое судей тогда отдали предпочтение Валуеву, 116-114 и 116-113. Один судья, Франциско Мартинес, зафиксировал ничью, 114-114. На что Джон Руис сказал, что в этот раз он должен победить Николая Валуева. И так как он третий раз уже будет боксировать в Германии, он заявил, что в этот раз он везет поездом. Так, кстати, мы говорили, что у Николая Валуева новый тренер Александр Зимин. Новый тренер и у Джона Руиса это Мэдди Сиака, уже подготовивший 27 чемпионов мира. А теперь все внимание на ринг. Николай Валуев против Джона Руиса. Первый раунд 12-раундового поединка в супертяжелом весе. 40 килограмм разница между боксерами. Существенная разница, надо заметить. И в весе, и в росте. В росте тоже, конечно же. Все говорят о том, что Николай Валуев здорово изменился с тех пор, как с ним начал работать Александр Зимин, известнейший российский специалист, я бы сказал, советский специалист. Да, Валуев стал более легким, более подвижным. Как говорят, и мы сейчас увидим, что он больше стал выбрасывать комбинации и поменял множество манеров. Кстати, сейчас правым снизу встретил неплохо он Руиса. Может, попал неплотно, но была встреча такая неплохая. Вот опять встречает. Видно, что пока задача такая Валуеву — держать на левом прямом Руиса и встречать его снизу. Третий раз он уже снизу встречает навстречу Руиса. Ну и правильно. Руис значительно ниже, чем Валуев. И подходя к Валуеву, Руис будет нагибаться. Ну, вообще, отличительная черта Руиса, он клинчует очень часто и как раз старается каждый раз завершить комбинацию свою клинчем. Ну, вообще, он довольно такой, как сказать, ну, грязноватый боксер, именно вот такими клинчами. И об этом, естественно, знает хорошо команда Валуева. И они тоже заявляли, что что может нам предложить Руис. Как бы он ни говорил, он может нам предложить грязный бой, и мы готовы к нему, так скажем. Да? Руис не изменился. Да, что Руис не изменился. Конечно, будет это видно в более дальних раундах. Но пока что начало боя такое, которое можно было предположить. Ну, понятно, что Руису надо попытаться как можно ближе подойти к Валуеву, потому что он гораздо ниже его, а Валуеву нужно, наоборот, попытаться его удержать, чем и занимались при подготовке к этому бою его тренер Зимин и сам, естественно, боксер Николай Валуев. Да? То есть работа на дальней дистанции — удержать Руиса на передней руке и встречать его навстречу ударами снизу или ударами прямой справа. Напомню, что Николай Валуев два последних боя провел против канадца Жана Франсуа Бержерона и Сергея Лиховича, белоруса. Это уже под руководством Зимина. А что касается Руиса, то в последнем бою он выглядел весьма и весьма даже убедительно против Джамиля Маклайна. Но все-таки Джамиль Маклайн более, как бы я сказал, как бы, ну, закрепощен, что ли. То есть, если посмотреть на фигуру Валуева, у него нет такой какой-то явно выраженной мускулатуры, как, кстати, у того Джамиля Маклайна. Да? То есть, на мой взгляд, это плюс Валуева, потому что он более быстрый, может быть, раскрепощен. А Маклайн он более, как бы, такой закрепощен в своей мускулатуре. Да? И вот понравился первый раунд публики, мы видим. Интересно, и работали оба, кстати, неплохо. Вообще, чем интересен еще Руис, это тем, что он три раза боксировал с легендарным Эвандером Холифилдом. Один раз выиграл даже одну победу, один поединок они сняли ничью, и один раз он уступил Эвандеру Холифилду. Три раза он дрался, можно сказать, с легендой тяжелого веса. Работай на сам.
Не давай бить навстречу. Сейчас левый хорошо. Правый добавляй, правый снизу, правый. Николай Валуев провел 49 поединков, 48 одержал победы, причем 34 боя завершил досрочно. Лишь однажды он уступил Руслану Чигаеву по очкам и, готовясь к этому поединку, именно к ответному матчу-реваншу, то есть против Руслана Чигаева, Чигаев получил травму ноги, разорвал сухожилие себе и не смог выйти на ринг. И руководство ВБА решило назначить бой за, как бы, титул временного чемпиона между первыми номерами своей федерации, то есть между претендентом Николаем Валуевым и Джоном Руйсом. Джон Руйс, конечно же, заявил, что он ждал этого шанса, и в этот раз он должен забрать пояс себе, и он вообще в прошлый раз выиграл у Валуева, по его мнению, но ему не отдали победу. Вот так все говорят боксеры, которые выходили на которые проигрывали, ну да. И не заканчивали поединок горизонтально, да? Те, кто, конечно, да. Победитель этого боя получит право встретиться в следующем своем бою против Руслана Чигаева, который уже начинает понемногу тренироваться после полученной травмы. Когда бой этот будет, конечно, еще неизвестно. Да и кто и выиграет, неизвестно. Да? В любом случае, он будет до июня будущего года пройдет. Вот такой жесткий правый прямой пропустил Валуев сейчас. Нет, ничего не было, он просто поскользнулся, но правый прямой жестко пропустил, конечно, да. Может быть, Валуев поскользнулся, но согласись, Роман, что это редкий кадр, чтобы... Редкий кадр, да, конечно. Валуев вот так пошатнул. Да. Надо Николаю собраться. Да, и мы слышим, что его тренер из угла кричит, Коля, не останавливайся, он все время двигается и много выбрасывает передней рукой ударов. Хоть и носит Джон Руйс прозвище на ринге Тихоня, но Тихоня при 108 килограммах, как бы, конечно, не совсем правильно. Как бы там не было, да. Обманчиво, да. И опыт Джон Руйса тоже говорит сам за себя. У него 51 бой, за плечами 43 победы. И очень много боев с известными. 29 нокаутов, да, и очень много было действительно серьезных противников у Руйса. Я бы даже сказал, что в этом плане Руйс смотрится предпочтительнее. По противникам? Конечно, конечно. Да, согласен. Пропускаем. Вот хорошо сейчас, нет, сейчас Валуев хорошо направил, хорошо, только обострение пошло. Да, интересно, интересный поединок складывается. Второй бой, а уже такое обострение. Ой, второй раунд. И второй бой, второй раунд. Ну и второй бой между ними, конечно, да, все правильно. Ну вот мы слышим, что такое постукивание молоточком об стол возвестило нам, что до конца раунда осталось 10 секунд. Второй раунд завершен. Публика встречает аплодисментами. Они, конечно, все, кто присутствует при этом бою, не разочаровались. Нам показали тот самый момент, когда Валуев потерял равновесие и чуть было не оказался на настиле ринга. Вот хороший сейчас повтор. Двойка. Раз, два. Левый, правый. Пробил Валуев и... Может, где-то не совсем плотно пришлась эта комбинация, но Джон Руйс не был потрясен. Хорошо, Коля, будь внимателен. Будь внимателен, не нарывайся. В драку сильно не влезаю. Все хорошо идет. Будь внимателен. Активность проявляй, продышил. Бей снизу, навстречу идет все время. И уходи отсюда. Не оставайся после атак. После атак не оставайся. Начинай и заканчивай левой. Начинай и заканчивай левой на выходе. Левый, хорошо, давай. Вы сами все слышали, что дай ему говорит Александр Зимин. Да, секундант своему боксеру, что надо двигаться. Все правильно, конечно. Зачем подходить на удобную для Руйса дистанцию? И, кстати, как в первом раунде, это очень хорошо удавалось Валуеву. Встречай снизу. И действительно, несколько раз успешно Валуев встретил Руйса снизу. Руйс, в свою же очередь, конечно же, будет лезть на ближнюю дистанцию. На ближнюю дистанцию, так как большая разница в росте, и Руису просто на дальней дистанции нечего ловить.
Он просто не дотянется до волны. Только что, допустим, выбросил левую руку, дотянулся, как это ни странно, Чудо Руис. Ну, естественно, не может быть всегда только мимо, но и ему удобнее будет на ближней дистанции. Честно говоря, я думал, что Валуев будет поактивнее в первых раундах, но я смотрю, что наоборот, Джон Руис решил продемонстрировать себя во всей красе и показать, что он нисколько не боится Валуева. Ну а что ему делать, с другой стороны, если он будет стоять на даже средней дистанции, а уж не говоря про дальней, то он вообще ничего не сможет Валуеву противопоставить. Трудно сказать про кондицию Руиса, да? Все мы как бы знаем, кто следит за боксом, что много раз заявляла команда Валуева, что он в хорошей физической форме, много двигается, и вообще он всегда неплохо, точно, не то, что неплохо, хорошо готов физически к боям, я имею в виду Николая Валуева, да? И посмотрим, насколько хватит сил у Руиса все время так поддавливать, потому что если он будет стоять на дистанции, то понятно, он вообще не будет иметь, ну, возможности на успех, то есть на какой-то удар или выиграет там поединок по очкам. Пока вот идет третий раунд, и Валуев, на мой взгляд, как бы контролирует поединок. Да, несколько раз пропустил, но это же бой, тем более бой за титул между опытными боксерами. Но не может быть такого, чтобы опытные боксеры в бою никогда не пропускали ни по одному удару. Он хороший обмен сейчас пошел у боксеров. Трудно сказать, с этой камеры плохо было видно, но мне кажется, что Валуев несколько раз на встречу попал и вправо, с прямой, и вправо, и снизу. Ну, как-то мало использует левую руку Валуев, мне кажется. Ну, наверное, и ввязываться в обмен ударами, чтобы уже не показано. Но ему-то нельзя, но Руиш тоже не стоит просто так, он тоже идет. Он тоже, наоборот, лезет и хочет что-то делать, понятное дело уже. Приехал боксируется, там уже заявлял, что третий бой я должен выиграть в Германии. Целый месяц до этого боя Николай Валуев жил в Германии, и последнюю стадию подготовки к этому матчу он проводил на бывшей олимпийской базе ГДР в Вьетнаме. Вот опять на наших экранах Артур Абрахам, рядом с Вильфаком Зоурландом сидит. Конечно, Зоурланд вот опять со своей бутылочкой воды переживает. Не бросайся на него, его, не надо бросаться. Выдергивай, и сам доставай, выдергивай. Бросай две руки и снизу где-то, бросай две руки. Он сейчас уже задыхаться начинает, намотался. Хорошо его растягиваешь, уже чувствуешь растяжку. Ты заметил, да? И руки наверху держи, все защиты, все. И уже ничего, уже все падает, руки наверху. Да, в обмен ударом все время закончил, оттолкнул, пробил, не оставай. Все хорошо, дыши. Работай, дорогой, работай. На повторе видно, как левой рукой два раза. Все, соберись, ноги размещайся, переодевайся. Все, не тяни, не суетись. И вот такими ударами, постоянными левыми прямыми, надо Валуеву не подпускать себе Руиса, который ищет на средней, ближней дистанции успеха для себя. Очередной раунд. Николай Валуев, Джон Руис. И Джон Руис вновь начинает первым активизировать эту ситуацию. Американец устал, конечно, видно, что он тяжело дышит. Ну, давить-то труднее. Хотя нет, неправильно я сказал. И назад идти, удерживать дистанцию трудно. И вперед идти, поддавливая, тоже трудно. Тут уже вопрос, как у кого получится, как бой пойдет. То есть, как кто готов и сможет использовать свой козырь, да? Тут же можно сказать, две с двух сторон. И у Валуева есть козырь, рост дистанции, да? И у Руиса есть свой козырь. Тоже рост, тоже дистанция. Но у Руиса ближняя дистанция. А Валуеву, значит, не надо его пускать туда, стараться не пускать. Пока поединок идет довольно интенсивно, то есть боксеры оба работают, много довольно больших, ну, много делают. Вот та задача, которая была поставлена Валуеву, он ее делает. Левые прямые, еще больше надо левых прямых кидать Валуеву, все время, и правый встречает. Да, в этом раунде на самом деле Руис как-то так поменее активно
пытается подойти к Володе. Ну и опять же можно сказать, 40 килограмм разницы между бойцами, с одной стороны. Есть плюс и есть минус, ведь свой вес передвигать по ринду Валуеву труднее, чем Руис. Но и с другой стороны, Руис труднее столкнуть Валуеву. В общем, вот эти мне интересные поединки с участием Николая Валуева, тем, что его рост и вес всегда, часто очень, наверное, всегда, да, превышает своего противника. И ему приходится много делать для того, чтобы не подпускать к себе своих оппонентов, потому что вблизи ему труднее разобраться, например, в данном случае с Руисом. Да, мы все помним, допустим, Руслан Чигаев отнюдь не великан был, но тем не менее он смог победить Николая Валуева. Да, ну, и я думаю, что за счет того, что у Руслана Чигаева, да, очень хорошая любительская школа, и по технике, по всему, просто как бы, ну, лучше Валуев был, скажем так, потому он у него и выиграл. У Валуева уже нет каких-то больших достижений в любительском боксе. Да, за 4 раунда сделано уже, конечно, немало. Но не все. Но не все, да. Но мы зато видим, что первый такой пыл, который был запал, наверное, так правильно сказать, который был у Руиса, уже начинает потихонечку проходить. И, наверное, через раунд 2 уже должно что-то такое наступить, такой, ну, как сказать, более спокойном темпе, такой холодный расчет. И я думаю, что там будет более лучше выглядеть Николай Валуев. Вот мы сейчас видели, что пробил так раз-раз-два, то есть лево-лево-правый. Вот та работа, которую и должен делать Валуев, удерживать на левом прямом своего противника. Пятый раунд. Александр Поветкин весь во внимании. Разумеется, переживает за Николая Валуева. Самому, кстати, скоро тоже в этом году предстоит бой против Владимира Кличко. Так что расслабляться Поветкину также не стоит, если он, разумеется, мечтает о чемпионском поясе. Не, ну конечно, мечтает. Поветкин в любительском боксе выиграл все, что можно. И как он может не мечтать о том, чтобы выиграть тоже все, что можно в профессиональном боксе. Но это и амбиции, это и деньги, и все. Да, Николай Валуев, вот ошибка, он не отходит назад вовремя. Ну, не успевает. Вот правильно, я думаю, что просто не успевает. Мы же говорили, Джон Руиша тоже приехал боксировать, он тоже готовился уже и боксировал с Валуевым, знает Валуева. Сейчас мы видели, что подскользнулся Валуев на стиле ринга. Но опять хорошо, молодец Николай, попадает прямой. Да, вот такие вот джебы. Вот и правый. И правый снизу попал Валуев. Все хорошо, но руки опускать нельзя. И тренер подсказывал Валуеву, нельзя опускать руки. Ведь Руис может на скачке бить какие-то удары. По-другому-то не получится у него. Не будет на прямых ударах боксировать с Валуевым. Валуев гораздо длиннее руки. Чудо не в прыжке пытается достать голову Валуева. Руис, да, ну а как по-другому? По-другому-то не получится. Хотя вот, или вот здесь, вот в таком вот клинче, в такой вот возне, вот Руис такие выбрасывая удары куда-то, потому что он не знает куда, куда-то в область головы Валуев. Головой утыкается в грудь и просто на да, и бросает там наугад, куда-поду, конечно. Ну, то, что рефери разводит боксеров на дистанцию, это выгодно Валуеву. Конечно, Валуеву выгодно. И надо держать дальнюю дистанцию, только используя свой рост и длину своих рук. Но руки опускать нельзя. Вот хорошо, сейчас пробил Валуев, кстати, серию, такую трехударную. А про Руиса, как говорили, так он и боксирует, то есть так довольно грязно. Ну, по-другому, наверное, Николаю это и не подойти, понятно.
школе какой-то, все правильно. И Руис просто не сможет сделать ничего. Жесткий левый сбоку, кстати, пропал. Попал Руис Валуеву, но на Валуева это, к счастью, не произвело никакого впечатления. Вот сейчас левый прямой, кстати, встретил Валуев. Хорошо, Руис. Понравился публике этот раунд. Мы это слышим по аплодисментам из зала. Руис делает по максимуму все, что он может сделать, и, как мне кажется, он использует каждый шанс подобраться поближе к Валуеву и нанести удар. Любой, какой получится. Правильно, что ему еще делать? Уже нас ждет шестой раунд, середина поединка, и довольно быстро летит время в таком захватывающем бою, когда много действий происходит в ринге. Ведь не стоят боксеры вообще, не обнимаются, не ждут, пока кто-то кого-то ударит. Все время что-то делают. Вот мы сейчас видим, да, что Руис уперся в грудь головой, да, и бьет такие два удара. Справа, слева, куда-то, куда-то в область головы Николая. Ну, мы слышим поддержка, группа поддержки Валуева. Да, но тут как-то раунд начался так странно. И Руис не стесняется просто идти в клинч и просто наносить удары любые. Ну, это и его манера и есть, он же так почти всегда и боксирует. Например, вот такая непонятная, какая-то грязная возня вблизи. Вот. Но, конечно, Валуеву надо сделать больше. Больше выбрасывать ударов. Не, пускай не сильных, но легких, быстрых ударов, чтобы на дистанции удержать все-таки, постараться удержать Джон Руис. Да, первым левым ударом Валуев, конечно, сразу попадает, всегда попадает в Руиса, а уже дальше часто начинает завязать, именно завязать вот в такой вот возне. Вот это проблема, мне кажется, Валуева, что вот это продолжение четко. Ну, ему не может дать возможность продолжения Руис, не дает возможность продолжать. Но он и не даст ему продолжать, надо просто самому Валуеву что-то предпринимать в данной ситуации. Ну, я думаю, что и Валуев тоже человек все-таки. Тоже потихонечку начинает уставать. Но просто увлеченный бой. Уже идет шестой раунд. Вот опять пошло обострение. Да, это не на руку такое обострение для Валуева, так как вблизи вот в этой возне. Вот рефери показывает, слушайте мою команду. И в этой возне, конечно, лучше себя чувствует Джон Руис. Вообще, главный козырь Джона Руиса, как мне кажется, то, что он просто-напросто не боится Валуева нисколько причем. Ну, он взрослый, опытный боец. Ну, я думаю, что, конечно, бойцы такого уровня, бывший чемпион мира дважды, бывший чемпион мира. Конечно, он как таковой не боится никого, да. И сейчас он пытается делать все то, что может. Руис сказал, что ему уже 36 лет, и, наверное, это его последний шанс завоевать пояс чемпиона, и он будет делать все, чтобы его получить. Ну и пока, как мы видим, пытается делать все, что может. Он лезет вперед, он пытается как можно обострять эту ситуацию. Да, что-то не получается у Валуева в этом раунде. Постоянно его рефери отталкивает. Да, но я не сказал бы, что и особо получилось что-то у Джон Руис. Да, мы видим, что Валуев подхватал ударов по лицу даже, кстати, видно, и по выражению лица жены Валуева видно, что... Да, как она смотрит, как бедного мужа. Вы терпите. Вот. И давай свежесть приобрети. Не бей много, но четко. Не проваливайся, он будет сейчас ловить тебе. Зачем ты широко в это бьешь? Только снизу сбоку. Не проваливайся туда. На него не вались, ни в коем случае. Он же тебе бьет навстречу все время удары. Поэтому бить тебе, если только быстро бей, понял? Медленно вообще ни одного удара не бей.
Ты понял, Коля? Конечно, ни одного медленного удара. Вызывай и бей, вызывай и бей. Я одним левый, левый заканчиваю. Раз-два, три кидай. Понял? Но медленно-то никто бить не собирается. Он все время старается тебе на голову перевести. Руки наверху держи. От защиты работает. Пассивно не веди, Коля, нельзя пассивно вести. Не играть, дорогой, тебе победу не дадут. Да, ну, в любом случае, две большие разницы, как говорят в Одессе. Быстрый удар Ройса и быстрый удар Валуева – это разные совершенно удары. Амплитуда движения Валуева гораздо больше и тяжелее. Конечно, конечно, конечно. Ну да, вот, кстати, как вот сейчас, вот много раз Валуев бил. Быстрый легкий удар ходит. А сейчас, кстати, вот... Нехороший эпизод для Валуева, да? То есть пропустил вот такую вот серию, да? Правый-левый-правый и размашистые удары Руиса достигли цели. Это же тоже неизбежно с другой стороны. Вот то, что добивается Руис. Такие вот удары на скачке, такие размашистые крюки. Понятное дело, что прямыми ударами Руис практически достать не может Валуева. А Валуеву как раз и надо много бить легких, быстрых ударов прямой рукой, передней рукой. Да, интересно, вот если так бой будет продолжаться до самого конца, как отреагируют судьи? Потому что раньше в таком поединке я не сомневаюсь, что они отдали бы победу бы Валуеву в качестве чемпиона мира. Сейчас же он не чемпион мира. И я не уверен, что отношение судей к Валуеву будет таким же либеральным. А были у него много спорных боев, кстати, не будем забывать, у Валуева. Ну, надо же тоже понимать, что все крупные организаторы таких матчей, они же, прежде всего, ну, шоумены, да? И в любом случае, Валуев – это тот человек, который дает шоу всем. То есть это, наверное, сегодня один из самых тяжелых, самых высоких, белокожий к тому же, боксер, чемпион был и чемпион сейчас он может стать. То есть он тот продукт, который в любом случае хотят смотреть зрители. Да? Кто-то ждет, когда же он проиграет, кто-то ждет, когда же он выиграет, но им все равно всем интересно прийти и посмотреть, что может сделать такой большой человек, как Николай Валуев. Притом, который еще и умеет боксировать неплохо. Да? Понятно ли, что самого сильного человека-то нет. Да? Вопрос просто, как это все сделать вокруг ринга, матчмейкеры, как ты подготовишься, как все это дело подберут. И еще один, я думаю, показатель того, что должен быть все-таки Валуев, это то, что Дон Кинг привез Джон Руис на ринг Валуева, скажем, в Европу. Да? Если бы он был заинтересован в победе Руиса, то, скорее всего, был бы организован этот матч в Америке, где выиграет американец. Ну, там уже такая схема включается. А так, Дон Кинг, он так же самое является сопромотором Валуева, как и Вильфред Заурна. То есть в любом случае выигрывает Кинг. Однозначно. Потому и привезли сюда Руиса. Ну, не знаю, как судьи это решают, но я думаю, что пока судьи должны все-таки решать как-то со знаком плюс в сторону Валуева. Это мое мнение. Ты знаешь, что надо делать, понимаешь? Деле, во-первых, хорошо видишь сам. Бой сейчас уже прошло, сам видишь, я думаю, что... Левый, правый, снизу. Руки наверху. Все-таки Николай Валуев. И повторяй. Раз, два, три. Сейчас повторяй. Конечно, пропускаешь. Видишь, левый пошел справа и пошел. Сейчас повторяй справа. Там не давай ему подготовить атаку. Все время сбивай его атаку. Начинай сбивать, не давай готовиться. Хорошо, ага. Ты понял? Сбивай атаку. Левый, расслабься и быстро работай. Только руки наверху держи. Не опускай. Вот сейчас, да, правый снизу, хорошо. Видно, левый. Левый начинаешь, левый заканчиваешь. Кричу двойка, бей двойку. Да, с ногами все, не забывай про ноги. Давай расслабь ноги. Действует, Ройс успевает быстрее чуть-чуть на долю. Да, но и левые прямые пропускает Ройс. Ну, я думаю, что здесь самое главное то, что даже при пропущенных Валуевым ударов Николай как бы не потрясает, он не останавливается, видно, что он не потрясен ни от одного удара, который пропустил. Это, мне кажется, важно. Потом сейчас наступает самый решающий раунд, 9-10. Нужно показать Валуеву, кто в доме хозяин, в конце концов.
Вот хорошо, сейчас такая опять двоечка встретил Руиса Валуев. Раз, два, да, не было так жестко, чтобы потрясти Руиса. Но опять же он уже, вот, а сейчас было уже пожестче, хорошо. Хорошо, очень пробил волну. Раз, раз, два, такой сильный, левый, левый, правый. Даже было видно, что так, голова отлетела у Руиса. Но стоять не надо, не надо. Все равно надо стараться двигаться. И много легких ударов на сильной дистанции Николаю Валуеву для успеха. Да, Николай Валуев совсем не бьет снизу. То, что требует от него на протяжении всех этих раундов Александр Зимин. Не слушал своего наставника. Да может не может, трудно сказать. Может пытается, но Руис как раз ему лезет туда, под левую руку, да, как бы справа так трудно ударить. Вот хорошо сейчас попал, кстати, Валуев. Довольно увесистый правый удар, но даже странно, как это не потрясло Руиса. Вот быстрый джеб, вот это и надо, вот это и надо. Быстрые левые прямые, ведь уже идет восьмой раунд. Жируис, конечно, устал, а вот такие боковые удары бить, ну, не имеет смысла. Валуеву должно быть здесь в основном два удара. Левый прямой и там правый снизу, или правый прямой, ну, навстречу. Устали оба боксера уже? Конечно, устали. Уже, конечно, устали, и при том, что они все раунды работают. Да, то есть с первого же раунда, с первой минуты боксеры начали работать, обмениваясь сериями постоянных ударов. В этом бою бойцы делают работы, как примерно в средней весе, наверное. Да, пролетели уже 8 раундов. Хорошо работают боксеры, хорошо сказать, что кто-то тут явно лучше или явно хуже нельзя. Оба, в принципе, стараются выдержать свои обещания, конечно. Но, на мой взгляд, пока небольшое преимущество имеет Николай. Все-таки больше этих вот прямых левых попадает, больше отличается. И справа тварь попадает не всегда, но попадает, а снизу эти прямые бьет. И в этом раунде было несколько комбинаций, вот такие левый, правый. И видно, что начинает Руис уставать. Чем больше он устанет, тем сложнее будет ему подойти к Валу. Высокие удары не бей. Он ныряет под удары. Прямые хорошо идут. Раз, два, три, побей. Покидай руки, не старайся жестко. Нормально. Вот то же самое и говорит Зимин, о чем мы рассуждаем, что надо бить не жесткие удары, а легкие, быстрые удары, но побольше, но побольше. Все-таки не надо забывать, что вес Николая Валуева 145 килограмм, и даже легкие в его понимании удары, они все равно будут тяжелые, на самом деле. Да, в этом только шанс, мне кажется, Валуева в том плане, чтобы поймать уставшего Руиса, наконец-то нормальную комбинацию провести и добить соперника. Я не думаю, что все так легко сложится для Валуева в оставшихся раундах. Не, ну конечно, ему же тяжело, мы же говорим, что понятное дело, что Николаю тяжело передвигать свою массу, но он же не маленький как бы человек, 145 килограмм чистого веса, конечно, ему тяжело двигаться и много делать. А Руис начинает атаку снизу, вот он пытается такими левыми прямыми корпус отвлечь внимание Валуева и ударить правый крюк такой сбоку. Вот сейчас была серия. Два удара в корпус, один удар сбоку, да? То есть понятно, Руис не знает, как по-другому подойти к нему. Все Руис делает, в принципе, правильно, но мне кажется, все-таки начинает уставать, а может быть уже и подустал. И вот сейчас хорошо, хорошо, Валуев молодец в атаке, пробил серию. И вот налево удержит, молодец.
только надо его работать. Все время, не лезть в обострение. То есть в обмен ударами на ближней дистанции. Там он завязан, вот это вот такой возне в какой-то, который навязывает Руиз. Вот хорошо, очень хорошо. Вот такие прямые удары принесут победу Валуеву. Но их надо выбрасывать чаще. Самый естественный удар, который может применить Валуев, это джеб левый. Да, но мы об этом и говорим все время. Тренер ему тоже самое говорит. Девятый раунд уже идет, девятый раунд. Ну вот в этом вот весь Руиз и есть. Подойти, упереться головой в грудь Валуева и пробить. А снизу почему-то ударов Валуев не делает? Ну да, не знаю, может, не может. Уверен, что тренировали эти удары, уверен. И при том, в первый же раунд проводил Валуев удары снизу и попадал. Может, сейчас что-то не пошло, не может попасть. Или... Кто его знает, что происходит у боксера в голове в ринге. Вот правый сбоку, вот тогда надо опасаться Валуеву. Над рукой, навстречу, таким правым крюком бросит Джон Руиз. Этого надо Валуеву, конечно, опасаться. И это... Три раунда остается до окончания этого поединка. Да, как говорят, чемпионские раунды, то есть здесь уже и надо... боксеру попытаться показать, кто же чемпион. 10, 11, 12, 3 заключительные раунды. Раунда. Должны показать, кто же здесь больше хочет стать чемпионом. Кто больше хочет завоевать титул. Да, на самом-то деле видно, что оба боксера неплохо готовы к этому бою, можно сказать, хорошо. Десятый раунд, очень плотный бой, постоянно какие-то обострения. Да, надо стараться Николаю Валуеву бросать больше ударов левой рукой, конечно. Но не дает Джоруи сделать то, что советует Валуев. Поработай, требует Александр Зимин от своего подопечного. И Джон Руиз тоже работает на самом деле. Может быть, Джон Руиз понимает то, что говорит Зимин. Ну, я думаю, что Джон Руиз просто понимает, что ему надо что-то делать, чтобы увезти поезд домой. Вот потому он и идет вперед. Он же тоже знает прекрасно, что последние три раунда очень важны. И в глазах судей, и в глазах публики. Десятый раунд. Вы представьте, как тяжело такую дистанцию. 3 минуты идет раунд. Это уже полчаса такой плотной, напряженной работы. При том, что если сложить в нее суммарную массу обоих боксеров, да, получится почти 300 килограмм. Стоять Валуеву, нужно хорошо работать постоянно. Только так можно вымотать соперника, в конце концов. Ну и сам Валуев тоже выматываться начинает потихоньку. А хотя Валуев перед боем заявлял, что находится в одном из своих лучших состояний со своей карьеры. Ну а с другой стороны, кто из боксеров, которые боксируют за какой-либо титул, заявляет обратно? Кто-то когда-то заявлял, что он находится в худшем состоянии? Нет, никогда. Но и с другой стороны, понятно, что Валуев готовился к этому бою серьезно. И Джон Руиз готовился серьезно. Да, удар снизу, наверное, все-таки не хватает Валуева. Не знаю, почему он его не наносит. Снимает одно очко судья Валуеву за тоже за давление на противника. Но с другой стороны, я не понимаю, ведь сначала он должен сделать устное предупреждение боксеру, а не снимать очко сразу с первого же раунда. Такой дурной знак. При
быть, намеренное совершенно со стороны Валуева движение. Да, и, наверное, он сразу из-за этого решил, что можно без предупреждения. Случайно. Какой момент, скажем так, не случайность. Да. Но, с другой стороны, он может в таком случае и дать минус очко Руису за постоянно преднамеренное опасное движение головой. Руис все время идет головой вперед. Правильно, не знаете головой вперед? Мы понимаем, что по-другому Руис к Валуеву и не подойдет. Ну так можно тоже наказать. Ну, в этом раунде то, что сняли очко Валуеву, конечно, раунд, наверное, может быть и будет отдан Руис. Это еще лишний раз подтверждает не то, что Валуев не чемпион. Надо ударами. Ты понял? Что ты думаешь? Да, то есть, на чем мы так же, как и Руис, да? На что мы работали? За что мы работали, а? Легко, ноги расслабь, работай легко. Кидай удары его. Боковые, кидай удары. Ты что, два раунда осталось? А сейчас Александр Зимин мне напоминает Мануэла Габриэля. Примерно так. Ну, наверное, такого большого человека, как Валуев. Просто ты слово смотри, прихватывай. Работаем левой. Да, бывший тренер Мануэла Габриэля. Спокойно, не горячись. Обыграй. Обдурил, он уже сдох этот, блядь. Давал своей обыграй. Команды. Не суетись, блядь. Не схвати пиздюлину лишнюю. Не надо. Обыграй. Чтобы как-то встряхнуть своего. Да, чтобы когда не дошло. Да. Очнулся, в конце концов. Пицанто по себе Валуев добрый человек. И, как и все большие, добрые. И надо как-то его завести. 11 раунд. Предпоследний. Вот пока хорошо, вот сейчас хорошо Валуев начал, вот так много левых, вот так и надо работать. Но еще и добавить бы правый снизу, апперкот. Вот хорошо левый, вот хорошо, вот только так и надо Валуев работать все время. Одиннадцатый раунд. Разозлиться по-настоящему Валуеву. Ну, надо уже разлиться, уже надо злиться. Осталось там всего 6 минут чистого времени. И больше вот так левый не пускает, а правый снизу где? Не, ну там ничего такого-то не было. Просто скользнул. Конечно, да. Вот так надо двигаться Валуев. Вот так, почему он только сейчас начал двигаться. Может и правда, ну что, повысил голос тренер, потому что Валуев начал двигаться. Ведь сколько раз уже вот в этом раунде Руис пытался прилипнуть своей вот этой грязной манерой, навязать ему вот такую борьбу вблизи. Валуев отходит и не пускает его. Хорошо, вот сейчас на самом деле Валуев делает правильно. Он двигается на ногах, он отходит, он проваливает Руис. Вот, и больше надо левой рукой работать, Валуев. И двигаться, все время пускай на заднюю скорость. Вот хорошо сейчас правый попал Валуев Руис. Неплотно, но попал. Да, редко такой удар в исполнении Валуева, который достигает цели. Такой, да, плотно, да. И уходить все время, не стоять, не возиться, ведь он силы теряет и завязает вот в этой вязни, точнее, вот такой непонятной манере Руис. Ну, Руис-то сам по себе, на самом деле, незрелищный боксер, он не бьет какие-то чистые, красивые комбинации, жесткие удары, но вот такой вот возней своей он может испортить бой и как-то здесь выиграть для себя удобный момент. Что еще главный момент, я думаю, что Николаю Валуеву надо поучиться у Руиса. Этому упорству, настырности, постоянно идти вперед к намеченной цели, как-то Валуев этим не отличается. Ну, странно, опять скажу, судить. Да, конечно, в этом раунде было сделано много, и я уверен, что в следующий раунд, последний, завершающий, 12-й раунд, Руис будет головой идешь на него. Руис такие вещи не делать все, что можно. Все, головой что вперед можно, не идешь на него. Доставай руками, соберись последний раунд. Подотек, можно ближе легко, не напрягайся. Обманывай, заходи, с ногами поработай.
Бей быстро. Последний раунд. Сколько очков? Нет какой-то мудрости в действиях Валуева. Надо, конечно, головой думать больше. Ты понял? Ну, опять же, со стороны идет придык. Ну, не рискуй. Легко. Что ты нарвался? Трудно головой сделать, пошел сказать. Это закручивай, бей. Кстати, пропускай его. Начало раунда. Снизу бей. Ты почти весь боковые бей по ребрам. Поработай. Покидай удары. Двигался, но быстро. Медленно не бей. Молодец. Что ты и руки наверху держи. Сейчас весь раунд. Хватит в конце раунда. Проиграть его. Двигаться и отходить назад. На задней скорости. На задней скорости мы работаем много, работаем больше. И тогда Валуев выиграет, победит. А если он будет к нему идти вот такое обострение стоять, пропускать такие удары навстречу, ну, тогда трудно мне что-то говорить. Победе. Вот, вот такие быстрые. Да, последние. И Ведруис тоже понимает, что это последние 3 минуты, это последний шанс для него выиграть этот бой. Не завязать. Это хорошо, а то нельзя тут надо толкаться вообще. Ну правильно сделать, толкнул его. По-другому никак. И не нагибаться. На дистанцию Руиса подсаживаться не надо, нагибаться к нему не надо, ему же удобно добить. Да, интересно, что почитают судьи в конце концов. Ну, честно говоря, я думаю, что выиграет Валуев, в общем, да, но и нахватало немало, и может быть... Это минимальное преимущество вот должен быть. Просто я исхожу из того, как подсчитывали очки в прошлом бою судьи. Тогда был ничейный счет, я помню. Да. У одного судьи, да. То есть Валуев выиграл 2-0, так скажем, да. Один дал ничью, два дали победу Валуеву. Ну, не исключено, что и сейчас будет что-то подобное. Таких больших парней, конечно, ребята работают очень много и работают неплохо, ну, так можно сказать, если можно так сказать, много делают, все отдают, конечно, при таком плотном темпе они хорошо готовы к этому бою, но вот все время на валу отходить назад, не останавливаться, а отходить, стараться. Последние минуты идет, последние минуты. Надо собраться, я не знаю. Все отдать, все выложить. Да, и Николай не понимает, конечно. Вот сейчас правый, кстати, не был. Не сильный удар, но попал. Голова идет, сука, отмечает. Надо заметить, что Руис-то готов. Хорошо готов был. Такой набор на протяжении всех 12 раундов, учитывая то, что Валуев много попадал, много прямых, все равно кто может в эту возню влезть и в эту борьбу все перевести. Вот сейчас хорошо, хороший обмен пошел. Все, 10 секунд, концовка боя уже идет, все, отдали боксеры, последняя комбинация, надо выбрасывать больше. Вот хорошо, и такой раз-два правый прямой ставить точку в этом бою. Публика хлопает, конечно, приветствует стоя боксеров. Ну, не знаю, трудно что-то сказать. Показывает нам супругу Николая Валуева, конечно, она переживает за него. Естественно, Джон Руис скинул руки вверх, что, мол, он доволен с проведенным боем. Но думаю... Я так думаю, что должен победу одержать Николай Валуев, а там уже все в руках боковых судей, и нам остается совсем немного, чтобы дождаться официального вердикта этого боя. В данной ситуации хочу сказать, что, конечно, Джон Руис сделал максимум того, что он мог сделать в бою с Николаем Валуевым. Другой вопрос, что Николай Валуев не сделал того максимума, во всяком случае, если даже он победит сегодня, это не будет такая убедительная уж победа, тем более, что вновь, как и в прошлый раз, 3 года назад, победители будут определяться путем подсчета судейских записок. Ну, посмотрим. Ну, я бы сказал опять, как говорю часто, просто ему, Валуеву, не позволило сделать все максимум, как он хотел сам Джон Руис, он же уже боксировал с ним. Наверняка он изучал все
бои Валуева последние и их бой предыдущий, готовился, и спарринг-партнер, и подготовка была включена, и в подготовку было включено все, чтобы выглядеть максимально хорошо против Николая Валуева. Да, после такого поединка боксеры благодарят друг друга, ведь это их работа. Как бы там никогда нет ничего такого личного, чтобы там им делить что-то после боя. В ринге отдано уже все, все в руках боковой судьи. И буквально минута, пару минут осталось нам для того, чтобы мы узнали, кто же станет обладателем пояса чемпиона в тяжелом весе по версии ВБА, WBA. И вот сам знаменитый скандальный Дон Кинг в ринге со своими флажками. Да, мы сейчас узнаем того самого боксера, который встретится с Русланом Чигаевым. Интересно, кого бы предпочел Руслан Чигаев, ведь Чигаев боксировал, Джон Руис тоже. Чигаев сказал, что он хочет встретиться с Валуевым еще раз. Посмотрим, это желание исполнится у него или нет. И Чигаеву тоже проигрывал Джон Руис по очкам 12 раундов, как и Николай Валуев. Так что пока в любом раскладе у Чигаева 1-0 фора как бы перед любым из своих будущих оппонентов. А кто им станет, вот уже буквально минута осталась. Все-таки я думаю, что Николай Валуев, а как решили судьи, вот отсюда, конечно, не видно. Но я думаю, что единогласного решения судей точно не будет, судя по тому, что процедура подсчета очков затянулась. Ну, уже все, уже у Майкла Баффера есть все результаты. Сейчас остается только дождаться объявления. Главное не ошибиться при прочтении этих цифр. Да. И вручить пояс правильному человеку, скажем так. Быстро пролетел весь поединок, 12 раундов работы, почти час провели бойцы в ринге. Да, нам не показывают близко. Не, ну здесь нельзя сразу быстро видеть просто. Поближе камера, пожалуйста, мы видим сейчас цифры. Не, сразу не успеваешь сфокусировать, даже так выиграл. Да, мой прогноз, что единогласного решения судей все-таки не будет. Все-таки голоса будут... То есть думаешь 2-1 или 2-0? Да, может да? быть, все может повториться. Ну, тогда я буду думать, что все-таки 3-0. Я думаю, будут думать единогласно. Вот человек, который всегда выигрыш и улыбается, это Дон Кинг. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Итак. Такиши Шикама... Shimakawa scores the bout 114-113 for John Ruiz. Antonio Legania scores it 116-113. Valuyev. Да, 116-114 Valuyev. Ole Orbison scores it 116-111 to the winner by split decision and new WBA heavyweight champion from Russia with love, Николай Николаевич. Уважаемые любители бокса. Пусть не убедительно, но все-таки победа Николая Валуева, которая становится временным чемпионом мира по версии WBA, протяжении своей категории. И именно Николай Валуев вновь получает полное право встретиться с Русланом Чигаевым, который не хотел встретиться именно с Николаем Валуевым. И этот шанс для того Валуева предоставляет, чтобы стать вновь полноправным чемпионом, но таким невременным. Этот бой должен которые сегодня вечером переживали за Николая Валуева, он сегодня победил. И не важно, что при этом голоса судей разделились. Сегодня Николай Валуев примеряет чемпионский пояс. Вот он этот пояс, а вот и его жена. Не пояс, разумеется, а Николая Валуева по версии WBA. Да, наши поздравления Николаю, его команде, всем болельщикам, которые болели за
Николая Валуева, который второй раз завоевал свой титул чемпиона мира. И надеюсь, что сумеет взять матч-реванш у Руслана Чигаева, который нанес ему единственное в его карьере поражение. Публика благодарит Тихоню. Джона Руиса, да, который сделал все для победы, но не хватило, может быть, да, чуть-чуть, совсем немножко. Да надо отдать должное американцу. Сегодня он смотрелся весьма и весьма солидно. И, к сожалению, надо констатировать, что его второй раз ему не удалось все-таки... Удалось навязать борьбу, но не удалось выиграть. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью. Но я думаю, что в любом случае то, что именно Николай Валуев сегодня стал временным чемпионом мира, в этом какая-то есть высшая справедливость. У меня такое ощущение, что для Николая Валуева это решение судьи было какой-то неожиданностью.